Всем огромный привет! Сегодня я снова вернулась в Фикспрайс, чтобы снять для вас обзор. Видео будет из трех магазинов по адресу Сырмолото 28А, Сулимо 26 и Сулимо 50. Буду искать новинки, цикличные товары. Всем приятного просмотра! Симпатичные декоративные тарелки с гипсом можно использовать в качестве подставки для украшений. Цена 149 рублей. 17 на 14 сантиметров. Декор фольга. Необычный декор фольгой и местами он вдавлен. Смотрите, все разные. Не нашла ни одной похожей. На этой тарелке краску добавили синюю. Все уникальные. На Wildberries похожие тарелки стоят 300-400 рублей. Россия производит. Посмотрела оставшиеся. Смотрите, есть без фольги. Полностью белая. Новый стеклянный подсвечник понравился. Очень аккуратно сделан. Он предназначен для свечи, которая горит 4 часа. Цена 149 рублей. Китай производит. Выглядит так, как будто внутри бокал. Корзина для фруктов из углеродистой стали. 25 сантиметров. В продаже, как видите, только белый цвет. Цена 199 рублей. Отмечу, что прутья очень толстые. Корзинка выглядит надежной. Рядом сушилка для посуды. Я помню, раньше привозили. Цена такая же. 199 рублей. Длина не указана, я измерила 30 сантиметров, поместится 12 тарелок. И написано, что она сделана из нержавеющей стали. Кто ранее покупал, напишите, пожалуйста, как они в использовании. Кухонная полка 39 на 19, крепление в комплекте 4 штучки, цена 249 рублей. Расправила, и такое ощущение, что ножки сейчас обратно сложатся, в общем, не выглядит надежной. Из этой коллекции ничего не покупала, но покупала из черной серии. Пользуюсь корзинками, корзина для фруктов довольна, качество не разочаровало. Симпатичная миска, салатник, объем 2 литра, 83 рубля. Вторая больше, 3,2 литра, 124 рубля. Внутренняя сторона глянцевая, внешняя матовая. Пластик не очень тонкий, Россия производит. Миски представлены в двух цветах. Набор из трех контейнеров 2,7, 1,7 и 1 литр. Цена 199 рублей. Отличается цветом крышек красный, синий и серенький. Эти контейнеры себя давно зарекомендовали. На всех есть мерное деление. Удивлена, на эти банки цена не сильно изменилась. 59 рублей. Раньше стоили 55. Крышки закручиваются. Всего 4 цвета. 500 мл объем. Красный ценник на стеклянную рыбку. Цена 39,50. Неслыханная щедрость, разница в 1,5 рубля. Форма для выпечки прямоугольная, 32 сантиметра. 32 на 26 сантиметров, 50 рублей с карты фикс-прайса, без карты 55. На Сулимо 50, как всегда, много стекла. Термобокалы, стаканы, 199 рублей. И со скидкой. Появилась глазурь быстрого приготовления со вкусом ванили. 90 граммов, 29,50. Нужно будет содержимое пакета высыпать в емкости, добавить от 2 до 4 столовых ложек воды, теплой воды. Рядом кондитерская посыпка, 33 рубля, 50 граммов. Кабель USB с функцией зарядки и передачи данных, 2 ампера, 125 сантиметров. Цена 149 рублей. Третий цвет оранжевый. Оказывается, белый цвет есть. Внимательно смотрите при покупке на разъем. А сейчас немного отвлечемся, покажу посылку из интернет-магазина «Василек». Ссылочки на все вещи оставлю в инфобоксе, также размещу ссылку на сайт и на соцсети магазина. Эту подушку я заказываю второй раз, она мне очень нравится. Прошло достаточно времени, поэтому я могу оставить осознанный отзыв. Размер 60 на 40, производитель «Ушвей Стандарт», цена 2500 рублей. Первое, что хочу отметить, подушка невысокая. Наполнитель высокоэластичная пена, мне комфортно спать, я высыпаюсь, шея не устает, и большой плюс, голова не потеет. Чехол полиэстер, на молнии, можно снять, постирать. Подушку я пока не стирал, нет необходимости. Но если указано, маркировка 30 градусов, деликатная стирка, значит можно. Эта подушка давно пользуюсь и новая. Чехлы разные. Понимаю, что такого плана подушки не всем подходят, но для меня это оказался самый комфортный вариант. Долгожданный набор, пододеяльник и две наволочки. Пододеяльник двухспальный 178 на 215 сантиметров, наволочки 50 на 70. Цена 3000 рублей, материал Stripe Satin. Полоса 3 сантиметра. Я долго сомневалась насчет цвета, думала, будет намного ярче, но оказался
такой, как я ожидала, сдержанный. Stripe Satin один из самых любимых. Посмотрите, какой роскошный блеск. Такое постельное белье вас точно не разочарует. Прослужит долгие годы и будет сохранять внешний вид. У меня есть белая простыня с такой же полосой. Буду комбинировать. Сумка Shopper из Sarge, цена 590 рублей. Мне нравится разная длина ручек, длиннее, короче, они прочные, выдерживают достаточно большой вес. И ткань отличная. Не тонкая, после стирки не деформируется, катышки не появляются. Сумка неглубокая, примерно 15 сантиметров. Насколько помню, в продаже светлая и серая, серая с черным. Летом предпочитаю светлые вещи, поэтому выбор остановила на белой футболке. 44 размер, размер соответствует. И я бы не сказала, что после стирки она садится. Хлопок, но дает усадку буквально на 3-5%, немного. Модель оверсайз, цена 660 рублей. Эти полотенца продавались набором по 3 штуки, размер 45 на 60 сантиметров. За набор цена 318 рублей. Посмотрите, какая прелесть, приятный рисунок и расцветка практичная. Продолжаю обновлять полотенца, у меня в основном теперь белые, кремовые оттенки. Это полотенце 50 на 85 сантиметров, хлопковое, цена 300 рублей. С двух сторон полоса переливается, ниточка блестящая, шит отлично. Это полотенце размером 70 на 135 сантиметров, цена 530 рублей. Аналогично слегка переливается, но декор только с одной стороны. На этом все, снова перехожу к обзору магазина Fix Price. Набор салфеток, две тряпки для уборки 30 на 30 сантиметров, но они отличаются. Одна с объемным ворсом, а вторая тоненькая. И тряпка для пола 50 на 60 сантиметров, цена 149 рублей. Продажа один вариант. Чистящие губки в наборе 4 штуки, все разноцветные, 13 на 9 сантиметров, 79 рублей. Маленькое ведро, объем всего 4,5 литра, цена 69 рублей. Указано, что пластик пищевой. Второй цвет, поярче. Привезли насадки на швабру, 79 рублей. Красная и синяя. Обливные перчатки размеры S, M и L, 79 рублей, одна пара. Также продаются трикотажные с ПВХ-точками, 4 пары, 79 рублей. Кому нужен ковш для краски, цена 55 рублей, серый, черный и синий. Набор бит двухсторонних, они сделаны из легированной стали, магнитные биты, 10 штук, цена 149 рублей. Привезли новые книги, цена 199 рублей, мягкая обложка. Это тоже новое, возможно, раньше привозили, но давно не было. Майка Омера читала, но не все произведения понравились. Эта книга у меня куплена, но еще не читала. Еще книги «Тайна пациента» сохранила, но тоже не читала. Скетчпад, блокнот для зарисовок. 40 листов, плотность 120 граммов. Цена 124 рубля. Разные обложки. И отмечу, что цены вне конкуренции в Fix Price. За исключением Чижика, там тоже иногда бывают низкие цены на подобные блокнотики и скетчпады. Еще одна обложка. В тетрадь 80 листов с перчиком, с красным чилийским перцем. 116 рублей. Синяя клетка без полей. От российского производителя шнуровка возраст 3+. Первая называется «Дракоша». Сделанная из дерева, ламинация, картон. Цена 124 рубля. Три кота, цветняшки и паучок, его удивительные друзья. Занимательная вещь, когда-то мини покупала подобную, тоже в фикс прайсе. Стиральный порошок «Ариэль» и аквапудра для цветных тканей. 1,5 килограмма, 297 рублей. Еще один стиральный порошок со скидкой. Без карты тоже 350, с картой 297. Спрашивали о мыле кусковом. Мне нравится Дуру, зеленая и лимонная, желтенькая. 140 граммов, цена 79 рублей. Также неплохое по составу мыло Факс. Такой же вес, 59 рублей. А Палмолив оказалась с лауретом, поэтому будет более обильная пена. 150 граммов, цена 124 рубля. Скидка на бумажное полотенце «Фамилия». Два слоя, три рулона, 90 рублей. Купила чехол для одежды, нетканый материал, 116 рублей. Отмечу, что цена намного ниже, чем в Галамарте. Но для меня оказался длинным, нужно было брать 60 на 90 сантиметров.
Дорожные подушки привезли новой расцветки 299 рублей. Терка для стопок Зингер, пользуюсь больше года, нравится. Но цена подросла, 149, раньше стоила 99. На эту футболку оставили положительные отзывы, написали, что не деформируется, плотная ткань, 95% хлопок, 299 рублей. Но максимальный размер 48. Сейчас в продаже два цвета, розовая и зеленая. Прелестные металлические заколки, 5 штук, все с разным декором, цена 59 рублей. Мялки антистресс со скидкой 149 рублей, но эти мялки большие. Они, кстати, ароматизированные, с ароматом шоколада, лимонная. Без карты 174. Самоклеящаяся лента для украшения, 12 штук по 15 сантиметров, цена 55 рублей. Декоративная подвеска-курочка, цена 55 рублей, на джутовой веревке. В пакетиках продается. Пасхальные наклейки 55 рублей. Давно не показывала этот стенд. Как видите, желтые ценники 28, 21 рубль. Вискас и китикат без скидок. Только сухой корм 109 рублей. 350 граммов. И большая упаковка 259 рублей 650 граммов. Все, игрушек нет. Забежала в Чижик на Омскую 115. Горшок 1,4 литра, два цвета, серый, белый, 99 рублей. Второй длиной 47 сантиметров, 300 рублей. Тоже двойной. Опрыскиватель с клапаном предохранительным, 2 литра, 200 рублей. Пластиковая опора для растений 75 сантиметров, 150 рублей. Теплица, размер 120 на 60 и ширина тоже 60 с окнами. 1000 рублей. А производит Китай. Материал ПВХ, железо, полипропилен, покрытие смеси полиэфирной смолы и эпоксидной смолы. Секатор стоит 200 рублей. Ножницы 600 рублей. Выглядят очень серьезно, тяжелые. И шланг 1000 рублей. 20 метров. Набор для котиков состоит из туалета, совок и две миски. 300 рублей. Вешалка 1500 рублей, напольная для одежды. И смотрите, какая выгодная цена, табурет 250 рублей, как в старые добрые времена, но он выдерживает небольшой вес. Высота 173 сантиметра. Сумка с пластиковыми колесами 900 рублей. Контейнеры 99 рублей. Коврик 400 рублей, размер 50 на 80. И появилась этажерка, размер 80 на 30 на 58, 1500. Выглядит очень прилично. Деревянная и металлические прутья. Один пылесос, возможно, на складе есть, 1600 рублей. Мне хвалили. И сабо 350, черный. Сумка на молнии 40 на 20 и на 45 сантиметров, 150 рублей. Расцветки разные. Зонт 350 рублей. На зонт отличная цена. Корзинки комплектом продаются по 3 штуки 300 рублей. Подушка массажная 1000 рублей. Это тоже новенький чайник 1000 рублей. Симпатичный. Объем 1,8 литра 1500 ватт. Колба из нержавеющей стали. Много новинок появилось. Хлебница 1000 рублей. Доска 69 рублей. Доска крошечка. Утятница с крышкой сковородой 3000 рублей. Объем 5,1 литра. Многослойное термостойкое антипригарное покрытие. Материал алюминий, нержавеющая сталь. Очень тяжелая. Кружки из Китая 410 мл. Это керамика. Разнообразные расцветки, декор отличается. Цена 150 рублей. Терка стоит 200 рублей, 23 сантиметра. Двугранная. Цвета зеленый, красный, синий. Контейнер, он стоит тоже 200 рублей. А, это набор 1,2 литра, 2,1 литра и 3,2 литра. Напольные весы 500 рублей, 180 килограммов максимальная нагрузка. Фонарь 99 рублей, полотенце одинокое со скидкой. Термокружка 300 рублей. И бокалы по более выгодной цене, 349, две штучки с разноцветными ножками. Это я показывала в прошлом обзоре.
емкости 130 рублей 4 штучки. Блюдо деревянное 300 рублей 25 сантиметров. Лейка 69 рублей, еще дешевле стало. Набор горшочков снизился. И пластиковый 5 штук 129 рублей. Так, это я не видела. Герметик 270 граммов 149, колгон 220. И шампунь 650 миллилитров 180 рублей. И здесь много интересного. Но это все я снимала. В этих корзинках новинок не видела, все показывала. Набор вешалок 150 рублей, 5 штучек. Вешалки пластиковые. Да, полностью сделаны из пластика. И стаканы со скидкой 99 рублей. Полотенце новое 400 рублей, 70 на 120, 100% хлопок. Полотенце, классное полотенце, мне нравится. Производитель Узбекистан. Форма для выпечки 299, 199. Тапочки сердцем симпатичные. Хотя вот этот декор, бусинки, мне кажется, лишние. Сапоги 500 рублей. Размеры 37-41. Детские полусапоги 28-36 максимальный. Со скидкой 349 рублей. Быстро покажу, потому что времени не хватает. Может, что-то для себя присмотрите. Носки 39 рублей. 25-29 размер. Мечи 99 рублей. Игровой набор 300 рублей. Много товаров со скидками, смотрите. Цены действительно снизились. Так, бесполезная вещь, но смотрите, какие котики. Подушка стоит 139 рублей. Думала, товары закончились, обошла, оказывается. С другой стороны тоже есть игровой набор, 400 рублей. Хорошенький, ручка мягкая. Подгузники-трусики, 5 размер, 12-17 килограммов, 1000 рублей. На этом обзор завершаю. Я надеюсь, информация была полезной. Пишите в комментариях, что вам наиболее интересно, какие товары. Всем пока. Решила купить форель 330 рублей, 200 граммов. Можно меньше, 150 граммов, 270.